Ты не представляешь, что ты делаешь. Оставь меня в покое! Hi, с вами Юджин, и сегодня мы играем в Let's Find Larry. Давайте-ка найдем с вами Ларри. Кто это такой Ларри? Какой-то классный чел, которого все хотят найти. Но давайте отыщем его первыми. Вы видели эту рожу? Вы сразу понимаете, что эта игра не так проста, как кажется на первый взгляд. О, приветики! Меня зовут Файндо! Или Находкин. Я люблю находить людей, и это весело! Мне нравится его улыбка, отвратительно. Попробуй нажми A или D на своей клавиатуре. Оп, оп. Воу! Ты только что заставил мир крутиться! Я чувствую, что меня сейчас просто скинет! Классно! Только еще одно. Секундочку. Эй, сюда! Это я! Нажми правой кнопкой мыши, чтобы приблизить. Теперь жми на меня левой кнопкой мыши. Ты просто прирожденный искатель. Что ж, ты готов. А я пойду поищу кого-нибудь. Представляете, такое увлечение. Ты стоишь где-нибудь в центре города, видишь рандомного человека. Ждешь, пока он скроется из вида, а потом его ищешь. И никогда, никогда не останавливаешься, пока не найдешь. Кликни на эту большущую стрелку в углу и веселись! Хорошо, я буду веселиться. Загрузка. О боже мой, что? Какой прекрасный день. Вот эта вот морда, посмотрите на нее. Я пошел на прогулку в парк, а потом я увидел его. Я никогда не забуду его лицо. Мой лучший друг из школы, Ларри. О нем весь город говорит. Мы не видели друг друга уже много лет. Рад тебя видеть, Ларри. О, это он, хорошо. Кликнули. You found Larry. Ты нашел Ларри. Окей, это было легко. Но теперь... теперь как раз таки будет сложнее. Стоп, а какое у него лицо-то было? А, погодите, вот он, да? Ты же Ларри. Ты нашел Ларри. Да, все. А мне нравится эта игра. Это как «Найди Уолли». Такой был мультик, и еще есть такой набор книжек. Это, скорее всего, пародия на это. Ладно, давайте искать. Где же наш Ларри? Ладно, давайте смотреть. Как следует. У меня плохая память на лица, видимо. Либо плохая память на уродливые лица. Я стараюсь просто не запоминать эту картинку в своем сознании. Я не помню, как чел выглядит, правда. Погодите, вот ты где! Хорошо, это маленький чел. Он единственный, кто не двигается, судя по всему. У него залысина большая. You found Larry. Да. Короче, залысина, волосы по бокам, и вот такой вот губы красные. Внимательно будь, Евгений. Должен отыскать Ларри очень быстро. Я уже его нашел. Вон он стоит, ублюдыш. Ты нашел Ларри. Так. Мне уже интересно, когда игра начнет творить всякую дичь. Хорошо, давайте посмотреть, где он. Ларри. А ну, выходи. Вы нашли Ларри. Он ничего не говорит. Стоп, это та же самая местность, нет? Этот чел, кстати говоря... Ой, погодите, нет. Вот похож, да, немножко? Но это не он. Я своего друга детства узнаю издалека. Вот он. You found Larry. Теперь Ларри будет найти совсем нетрудно, потому что они все на виду стоят. Вот он. Все, давайте как-нибудь по-другому развернемся. Вот и... You found Larry. Ты же следишь за мной! Все время что-то говорил? По-моему, все время молчал. Первый раз что-то говорит. Погодите. Ларри? Вот он. You found Larry. Очень легко. Супер легко. Погодите. Ой. Погоди, а это же кто такой? Ты кто такой? С угла выглянул. Погодите! Что? Разве не вот это Ларри? Нет, это похожий на него человек, но это не Ларри, нифига. Вон Ларри. Блин, Ларри, ты чё творишь? Все меняется.
Его расположение меняется, да? Ну вот же он. А. Так, теперь все нормально. Так, начинается, как я и хотел. Видите, Ларри? Сатанюга, что это такое? Прикольно, разработчик этой игры сумел создать какой-то свой уникальный стиль крепоты. И, кстати, ты кто? Ты все время здесь стоял? Если честно, я пока Ларри-то и не вижу. Ларри, ты где тусит? Из-за того, как они двигаются, у меня ощущение, будто они пытаются дотянуться до меня. Это не Ларри, это какой-то чел в шапке. Но подождите, вы уверены, что Ларри здесь? Ларри здесь же нету. Меня пытается обмануть. Явно пытается надурить. Стоп! Ага! Эй, прекращай это! Оу. Это одни агенты или кто это такие? Погоди, Ларри, сразу нашел схода. Перестань за мной следить, или я вызову Фаза? Кто такой Фаз? Так, ну, ты очень легкий стал. Помогите кто-нибудь! Преследователь! О, музыка изменилась. Ла-ля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 . Ларри? Тебя очень легко найти. Пожалуйста! Вот он. You found Larry. Хорошо. Мы в торговом центре. Он пытается спрятаться. Но, Ларри, а тебе весь город говорит. Ты очень популярный, поэтому я не могу перестать тебя искать. Я уже о тебе забыл, но стоило один раз тебя увидеть в парке, и все. Все воспоминания сразу нахлынули на меня. И теперь я хочу лишь тебя искать. Сейчас я в лупу посмотрю. Ты не скроешься от меня, малыш. Какие вы все уродливые. Я не понимаю, я здесь самый криповый? Что я выискиваю какого-то человека? Вообще здесь? Погодите, вон он. Стой. Я не могу. А вот, так могу. Он хитер, он прячется за витринами. Вон. А я должен какие-то пасхалки здесь искать? Окей. Смотрите, здесь я не могу крутить камерой. О, нет. Вы его видели? Неужели эта игра сейчас умудрится меня напугать? Потому что мне стало немножко не по себе. А, теперь я могу крутиться. Окей. Как мне? Только так, если... Ага, я открыл дверь! Что? Что такое, Ларри? Ты не представляешь, что ты делаешь. Ты с ними! О боже! Оставь меня в покое! Это было прикольно. Вон он, в машине. Надо следить за его движениями после того, как я найду его. Так, мы можем крутить. А где он? Он в одной из машин. Так, его точно нету. Здесь, на улице, он в одной из машин. Стопудов. Чё, издеваетесь? Это ты? Нет. Он по кругу, получается, будет ездить? Или как? Ладно, давайте попробуем вот здесь посмотреть. Так, Ларри. Вряд ли игра хочет от нас, чтобы мы выловили его именно здесь. О! Нет, именно это она и хочет. О, нет. Авария. Ларри, опять из-за тебя авария случилась. Эта игра пытается рассказать какую-то историю? Почему он нас так боится?
Ну-ка. Почему нам так легко его стало находить? You found Larry. Опа. Что это за город? Что? Я хочу крутить! Ларри, перестань. Ты в помойке? Я не могу отзумить! Ларри. Я нашел тебя. Стой! Он бежал. Ой. О, смотрите, мы крутимся. Что? Как ты так на машине сделал? Ой, кто это? Это люди. Теневые люди. Стоп. Я что-то пытаюсь крутить, но меня возвращает обратно. Что ты от меня хочешь? Что я должен увидеть? Погодите. Как ты здесь? Как ты это делаешь? Не знаю, почему он надо мной посмеялся. Луника! Ты кто? Ты кто такой? И что ты от меня хочешь? А, он загораживает мне вид. Я тут заметил, что ты за кем-то присматриваешь. Мы тоже любим искать людей. Узнаешь эту крысу? Мидлвуд Таймс. Милейший парень Ларри. В очередной раз. Популярный житель Мидлвуда был почетно награжден мэром за его деяние доброты. Читайте об этом больше на странице 2. Я знаю, он рядом. Я его... чувствую. Я бы хотел с ним перетереть пару слов. Он тот еще скользкий тип. Доказал, что его не так-то просто выследить. Но ты, видимо, хорошо справляешься. Я не тот, кого следует расстраивать. Не упускай его след, если не хочешь неприятностей. Я не хочу неприятностей, нет. Ни в коем случае, мистер дядя с окурком в очках и в шапочке. О, он обратно надел капюшон. Ты нас приведешь прямо к нему. О, что? Ларри здесь нет. Как так? Я могу приблизить. Могу зумить. Ну ладно, давайте жмем дальше. Стоп, он убежал. Он был только что здесь. Какого дьявола? Так темно. Ларри здесь тоже нету, да? Разве что он не в каком-нибудь окне стоит, плохо освещенный. Ой, реально его прям не видно. Тут вообще ничего не видно. Стоп. Это что такое? Ах ты! Ты говнюк! Все-таки ты смог сныкаться, да, в какой-то из помоек? Я тебя отыщу, бич. Отыщу. Нет. Я его не отыскал. Стоп. А это не помоечка? Помоечка. Что? Ларри здесь нет. А где мышка? Я не могу управлять мышкой. Она исчезла. Мышка исчезла. Вот, снова появилась. Фух. Окей, так понимаю, нам снова нужно рыться по мусорным бакам. Стоп! Я теперь только что понял контекст. Ведь... мы потеряли Ларри, а нам угрожали, что мы не должны его терять. Блин, теперь я нервничаю. Мне хотят навредить. Как же так? Вот прям стоило мне сейчас его упустить. Все же было так хорошо, я так легко его находил. Вон, еще один бак. Не дотягиваюсь. Окей. Ларри здесь нет. Ублюдок, Ларри! Меня убьют из-за тебя! Что за XXX? Ты что, в борделе тусишь? Что? Стой. Ой. Ой. Не могу сдвинуть мышку. Ларри! Что
Что с тобой, Ларри? Ты их видел, не так ли? Слушай, они забрали мою семью. Чего? Они забрали их, я не знаю, что они сделали. И теперь они идут за мной. Они безжалостны. Куда бы я ни пошел, они всегда следуют за мной. Они никогда не остановятся. Нет, 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 нет. Нет пути отсюда. Помоги мне, пожалуйста. Я умру. Я почувствовал этот прилив паники. Они здесь. Пожалуйста! Какие-то просто гопники были. Где они? А вот эти теневые люди. Вот кого я видел на крыше. Это все они в капюшонах. Опа. Выходи, выходи, Ларри. Покажи, где он прячется. Сейчас же. Нет! Он в порно-видеопрокате. Я не хочу подставлять, мне его жалко. Он такой хороший парень. You found Larry. Ладно, мне не было выбора. Возможно. Прости, Ларри. Я просто очень хочу пройти эту игру. А теперь мы как раз-таки тут. Что это за место? Что это такое? Какая-то преисподняя. А, вот Ларри. Что? Какой-то садомазо-клуб? Эти люди голые. Ларри, ты одет. Ты почему одет? You found Larry. О боже мой. Людей все больше. Мне трудно найти Ларри в этой куче. Нет, вот он. Ладно, молодец, он пытается скрыться. Он пытается убежать от этих людей. Но я продолжаю его искать. И продолжаю находить. Но я не знаю, хороший я человек или нет. Почему всех клетка? Что вы делаете? Вот ты, Ларри. Я думаю, ему страшно только потому, что он находится в этом месте. О боже. Окей. Ты здесь. Нет, нет, стой! Нашел Ларри, но его здесь нету. Ларри. Ларри! Ларри. Ты где? Походу, он мне... А, вон! Стой! You found Larry. Сволочь. Вот ты где? О, нет. Опять ты. В шапке Санты. Отличная работа. Этот дурак забежал в здание впереди. Теперь он в ловушке на крыше. Это та самая ночь, ребята. У тебя получится совершить хороший, чистый выстрел отсюда сверху. Что, я должен быть снайпером? Возьми это. Вы нашли 50-калибровую снайперскую винтовку. Окей. Блин, как прикольно, мне нравится фантазия разработчика. Как он вывернул эту идею поиска человека. О, да, да. Как там? Я не уверен, что... А, стой, не дергайся, Ларри. Да, неплохо получилось с первого раза. О, нет. Да. Ой. Я не попал в голову, черт. Ублюдок! Да мы же были школьными друзьями. Нет, мы довели Ларри. Что? Может, я могу его грохнуть теперь?
Отлично, пацан. Ты не представляешь, как давно мы гоняемся за этим ублюдком. Он жив? Ты в ловушке. Нет выхода. Ты слишком долго прятался. Я посвятил половину своей жизни выслеживая тебя. Время вышло. Уилли Мэг, что? Что? Блин, реально, он искал его полжизни, и говорил, все ищут Ларри почему-то. Стоп, стоп. Ну, я просто Ларри! А ну, завали! Сукин ты сын. Когда я услышал, что Фас поймал тебя и посадил за решетки, это был худший день в моей жизни. Потому что я думал, что этот момент никогда не настанет. Момент, когда я всажу пулю тебе в череп. В твой больной череп. Я должен вмешаться? Стоп. Я даже не вижу Ларри. Что-то происходит. Я дрожать начинаю, мне страшно. У-у-у-у. Ларри, больной ублюдок, я поверил тебе, мне стало тебя жалко. Теперь я должен его добить? Вон он. Стоп. Где ты? Ой. 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 О, это была маска! Это всего лишь маска Ларри. На самом деле он выглядит... Ой. Что я должен с тобой сделать? Ты просто не мог меня оставить одного, да? В покое, точнее. Ларри, Ларри, это я, твой друг со школы. Я думал, у меня все идет как следует, пока ты не появился, все не разрушил. Кажется, мне нужно найти новое место, чтобы спрятаться. Интересно, ты будешь так же кричать, как он? О, нет. Стоп! О, нет! О, нет! О, нет, теперь я в этом мире! Что я могу сделать? Я дрожу весь? Или это просто игра дрожит? И бежать я не могу, к сожалению. Опс, свет выключился. О, включился. А, выключился. Куда я должен пойти? Так, здесь могу пройти. А, блинушки! Ужасающие новости прогремели в тихом городке Мидлвуда этим утром. Когда в парке Мидлвуда было обнаружено расчлененное тело. Полиция оцепила парк и нашла мусорный мешок, зарытый под землей. В мусорном мешке лежало несколько отрубленных частей тела. Идентифицировать тело не удалось, поскольку власти заявили, что лицо человека было удалено. Полиция просит любого, кто видел или слышал что-нибудь в парке Мидлвуда между 8 и 9 часами утра, предоставить любую информацию. Необычайная жестокость данного преступления отсылает к жуткой истории о Уилли Мэке, убийце, который наводил страх на город многие годы.
Вилли Бек, ответственный за убийство и изувечение 17 человек между 1996 и 1999 годами. Самые жуткие и жестокие убийства были совершены в городе Мидлвуд. В 2001 году он был обвинен и приговорен к пожизненному заключению в тюрьме. Тем не менее, только в прошлом году мистер Бак считался мертвым, когда при его транспортировке тюремный автобус разбился и сгорел. Полиция Мидлвуда скоро выступит с официальным заявлением. А теперь переходим к прогнозу погоды. Том, жги. Я, блин, ненавижу эту работу. Том? О, да! Спасибо, Джерри! Будет прекрасный день, ребята! Солнце будет светить повсюду! Это он? Забавная концовка. Погодите, я подумал, что этот убийца Билли Мак одел лицо моего друга школьного. Получается, так и есть, да. Получается, он одел лицо моего школьного друга. Получается, мой школьный друг мертв. Спасибо, что играли. Классная игра. Мне реально понравилось. Блин, такие игры, они очень клевые. Ты всегда не знаешь, что... О, что это было за картинка? Короче, ты всегда не знаешь, чего от них ожидать. Может быть, они немножко дебильненькие, может быть, они немножко кривовато сделаны, но при этом экспириенс очень крутой от них получается. В общем, надеюсь, что вам тоже понравилось, друзья. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, зайдите там вниз, в описании будет плейлист с хоррор-играми, которые я проходил, их очень много. Вы найдете, что посмотреть интересненького. Большое спасибо, с вами был Юджин, и всем пять!